Приветствую вас на канале RedCat. Я также поздравляю всех любителей игры Mad City с тем, что начался третий сезон. И если вы уже выиграли призы в первом-втором сезоне, то для вас начинается новый сезон, новые призы, новые достижения. Вот такие вот классные призы вы можете получать. За 50 уровень дают какой-то твист, эмоцию. Ну а за другие уровни всякие шины, скины и так далее. Появились звездочки, которые дают вам очень быстро прокачать опыт за робоксы. Насколько я понял, что вот эту опцию добавили как раз, наверное, неделю назад, когда еще был второй сезон, для того, чтобы все желающие могли докачать себе уровень, если кому-то там буквально немножко не хватало там до сотого уровня. Я ни один сезон так и до конца не докачал, более того, даже не докачал до 50 уровня. Прошлый сезон 30 какой-то у меня там был, 33, 36, не помню левел. Короче, ребята, у меня как-то не складывается с этой игрой, чтобы ее полностью прокачать хотя бы один сезон. Ну а в принципе для людей, у которых много робоксов, всякие пози, робзи и так далее, им, конечно же, сейчас просто в кайф, потому что они могут вкачать очень много робоксов и получить сразу сотый уровень. По моим подсчетам, это порядка будет 15 тысяч робоксов. Решил потестить, купил небольшую звездочку 1000 хп и, видите, сразу получил 6 уровень. Еще немножко мне его прокачать и будет уже 7 уровень. Чуть позже вам покажу, что за награду я получил, ну а сейчас давайте будем выбегать стандартно из тюрьмы. Отправляюсь опустошать ящики. Ну а пока я это делаю, ребята, напоминаю, что до 2 июня у вас есть шанс победить и получить 100 робоксов в моем инстаграме. Поэтому обязательно подпишитесь, поставьте лайк под необходимой картинкой и участвуйте в розыгрыше. Почему бы и нет, возможно, именно вы получите от меня 100 робоксов. Будет целых 10 победителей, поэтому шансы, в принципе, неплохие. Ну а пока все это говорил, у меня уже 7 уровень. И, собственно, видите, довольно-таки быстро. Вот это мне очень нравится. Дело в том, что я вот сейчас активно играю в симулятор качка, и поэтому, когда вижу какие-то штанги, гантели, сразу подхожу и качаюсь. Надеюсь, вам нравится эта игра, я про симулятор качка, потому что я готовлю еще одно видео, которое будет совсем скоро, про баги в этой игре. Довольно-таки неплохие, если честно. И также, ребята, для вас отличная новость. Все, кто любит игрушки, распаковки и так далее, скоро, возможно, даже в следующем видео, я вам покажу распаковку новых фигурок, которые я купил по тематике Роблокса. Да, это будут классные фигурки, которые мы с Red Kitty для вас распакуем, посмотрим все вместе. Надеюсь, что вам это видео тоже понравится. Ну, а пока я все продолжаю свой побег, никак не могу выбраться. Все, конец там. Опа, а что это парит какой-то у нас мотоцикл? Класса моей тюрьмы. Смотрите, видите, он даже не касается земли. Ладно, давайте куплю баганый мотоцикл, почему бы и не купить. Думаю, что он мне пригодится. Так, поехали. Да, звук у него, конечно, не очень впечатляющий, но это, в принципе, обычно какой-то мотоциклик, не особо топовый. Так, ну что, ребята, переносимся поближе к гаражику. Я взял комар, сейчас я буду одевать на нее новый скин. Давайте это сделаем. Так, я не помню, как он там назывался. Давайте я все переклацаю. Гека нет, Гека это старый. Фрости старый, Стритлайн старый, этот тоже старый. О, вот этот новый, по-моему, да? Да, отлично. Ух ты, слушайте, а прикольно, если бы красные звездочки, цены бы не было. Просто этому скину очень прикольно бы получилось. Но и так очень живенько, мне нравится. Вообще, скины очень даже удобные в этой игре, довольно-таки симпатичные. Поэтому, я думаю, без проблем можно стандартными, так сказать, подобранными скинами пользоваться. Ну а сейчас давайте что-нибудь грабанем, посмотрим, что поменялось после сезона 2, что добавили, насколько фармится все хорошо. Давайте я заеду в пирамиду, там очень много дают денег и опыта, поэтому начну свои ограбления именно с этой локации.
Так, так, так. Читал, кстати, в Твиттере пост одного из разработчиков Mad City, который сокрушался о том, что его 4-летний комп все-таки умер. Так, сейчас. Схожу, возьму 15 тысяч, в принципе, 15 тысяч это довольно-таки много. Мне надо отбить тот байк, который я купил, мотоциклик. Так что иду проходить. Кстати, ребята, добавился очень интересный квест в этой игре, а чуть позже я вам покажу и расскажу о нем. И сейчас давайте все-таки дойду до финиша, получу 15 тысяч и вернусь. Так, все, получил 15 тысяч, давайте введем новый кодик. Новый код дает очень прикольный скинчик. Давайте его введем. Так, вот такой вот код. Я его напишу в комментариях под этим видео, так что обязательно там посмотрите. Называется Плазма. И я тоже вам покажу машинку с этим скином. Выглядит она просто отлично. Очень красиво. Ну что, ребятки, погнали дальше. Сейчас я вам, кстати, покажу свой самый любимый способ, как сдавать быстро деньги. Смотрите, подпрыгиваем, перелетаем таким образом через забор, подбегаем к этой стене, ложимся и вот так вот сдаем денежки. Мне кажется, это самый-самый быстрый, самый топовый способ, как быстро скинуть деньги. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк под этим видео, чтобы я знал, что вам нравятся мои видосики. Ну а сейчас давайте посмотрим, что там за скин на калаш был. Так, смотрим. Да, I like skin. Итак, вот наш автоматик. Black Hack. Hex, наверное, так. Ну, такое, в принципе, не что-то прям экстра топ, чтобы стоило ехать так далеко и менять свой скинчик. На карте очень много локаций появилось, камней с какими-то непонятными символами. Какие-то древние руны. И что-то с ними нужно сделать такое, чтобы получить какую-то награду. Ух ты, ребята, смотрите, там еще один остров, на нем тоже есть какая-то беседка, какие-то бочки и какие-то непонятные символы, руны, не знаю, что это, но все очень интересно. Возможно, уже сейчас вы можете получить какой-то важный, прикольный приз, я пока не тестил довольно-таки долго, поэтому пока не знаю, что тут делать. Возможно, мы с ребятами соберемся на моем сервере в Mad City и будем пытаться выполнить квест, после чего дадут, собственно, нам пароль. Так, ну что, хожу по этому острову очередному, ничего интересного тут нету. Кстати, следующий остров будет с водопадом. Ну, посмотрим, что здесь. Здесь у нас тоже какие-то бочки валяются, все то же самое, по сути-то. Так, хочу вам плазму показать, как обещал. Смотрите, мне кажется, очень топовый скинчик, тем более, что он абсолютно бесплатный. Поэтому быстрее вводите код, быстрее ставьте лайк под этим видео и не забывайте обязательно ставить колокольчик, потому что в одном из следующих видео у вас будет просто уникальная возможность получить виртуальный приз из коробочки с игрушками Roblox. Так, ну что, ребятки, я кручусь-верчусь, показываю вам скин, он очень прикольный, мне очень нравится. И давайте посмотрим, что еще нового добавилось после обновления. По крайней мере, я этого не видел. Может, вы уже видели, может, это неделю раньше появилось. Смотрите, летающие дирижабли, на которых есть какие-то то ли кнопочки, то ли экранчики. В общем, что-то непонятное, что-то тут готовится. Или, возможно, уже все кому-то понятное. Если вы знаете, как пройти этот квестик, то, конечно же, напишите с этими воздушными летающими шариками. Но мы подлетаем, собственно, к территории, на которой у нас разгадка. Вот здесь, вот видите, такие огромные булыжники. Мне кажется, возможно, нужно будет просто кому-то на него вставать или ставить какой-то свой транспорт. В общем, нужно будет смотреть и тестить, чтобы потом уже в итоге вам показать все, как это было. Ну и вот здесь вот можно просто прыгнуть в лаву, что я, собственно, и собираюсь сделать для вас. По моим, так сказать, предположением, я думаю, что, к примеру, могут несколько человек становиться на нужные руны, либо же ставить технику. Если они одновременно все это сделают, то, по идее, лава пропадет, мы куда-то прыгнем, попадем, возможно, в какое-то другое измерение, где получим очень много разных топовых вещей. Ну и удовольствия, я думаю.
Поэтому, ребята, будем, собственно, проходить этот квестик и посмотрим, что за него дадут. Ну что ж, ребят, таким получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Но сейчас я прыгаю в лаву для того, чтобы попробовать потестить все-таки, смогу я туда прыгнуть, либо же нет. Ну, на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.